Внимание, сейчас будем слушать дисс на кашу, то есть на меня. Эй, каша, каша. Эй, каша, каша. Это мне? Эй, каша, каша. Вот это вроде мне было. Я сломаю темную сторону. Мы встретимся однажды с тобой. Вот бадабум, это мой джаггернаут. Тили-тили-бом, мы бежим за... Тили-тили-бом, е-е-е. Тили-тили-бом, э-э-э. Твоим очком мы победим темную. Что еще раз? Бадабум, это мой джаггернаут. Тили-тили-бом, мы бежим за твоим очком. Мы бежим за твоим очком? Мы бежим за твоим очком? Кстати, тут была, ну, немножко угроза по поводу того, что там каша, мы с тобой встретимся. Так ты же в Питер приехал. Чё ты? У тебя же был шанс со мной встретиться там. Чё ты? Не встретился? Наоборот. Уехал после этого в Питер, как только узнал то, что я... Ну, в общем, неважно. В разоблачении увидите, все услышите. Мы победим темную сторону интернета. Каша, каша, тиктокеры за тобой идут. Чего, тиктокеры за мной идут? Тиктокеры против мечты мира. Темная сторона и светлая сторона. Исход известен, победят светлые люди. Осуждаю, блядь, ты чё? Осуждаю! Что, блядь? Иван Зола фашист? Что, блядь? Что, блядь? Осуждаю максимально, блядь! Вообще не одобряю, блядь! Я-то пиздец! Что уже ты в поту? Да я свою девушку веду. Нет! Мы с Владосом объединились. Против зла у нас... Влад Мафаня, ты чё, охуел, блядь? Он удалил себе канал на Ютубе, чтобы я его не нашел, блядь, и переметнулся к Иван Золо, блядь, на светлую сторону интернета. Пиздец. Таблетки от ума. Никоглай завладел разумом каши. И... Да, Никоглай, он зомбирует людей. Перепрограммируют их. Все так и есть. Каша превратился в Никоглая 2.0. Мы победим темную сторону. И с Владом тебя отправим в тюрьму. Слушай, Иван Зола, ты тут говоришь там про в тюрьму меня отправишь, но по факту у тебя нет состава преступления на меня. У меня есть состав преступления на меня. Как минимум в этом треке немножечко есть угроза, понимаешь? Нет, ты, конечно, можешь попробовать написать на меня заявление, хорошо. Это твое право, но... как бы что из этого выйдет, то есть? Что будет? Что будет-то вообще? Заяву напиши. Не, я не буду. Если Иван Зола напишет заяву, я, конечно, там припомню некоторые моментики его. Особенно в мою сторону. Потом отправились мы побеждать Мазелова. Мазелов хуесос! Темная зона интернета. Можно мне в светлую? Я Мазелова, вот видишь, попустил. Ну а дальше это другая история. Конец диса. Середина диса, и он строчку вставляет. Конец диса. Дис окончен. Нет, блядь! Вот это реально разоблачение на меня, сука, откуда он знает? Ты слабоумный. Да, бля, никому, я же тебя просил. Эй, каша, не я слабоумный. Я, блядь, ну, ребят. Извините, что я это скрывал. Оказывается, я не очень умный, а Иван Зола гений, 116 IQ. Извините меня. Да, есть такое. А ты, знай,
это, детка, что ты слабоумный. Конец диса, конец диса, тебе читает Каша. Бля, шутки шутками, но даже это звучит лучше, чем то, как читает Иван Золо. Шутки шутками, но ну реально. Я хотя бы иногда в биты попадаю вот этим своим. Устал немножко под конец. Бля, это вообще ебаный пиздец.